В Лидере радостное событие. Во вторник на одной из барж прибыла новая хоккейная форма. Заказ был оформлен этим летом. Форму, предназначенную самым юным игрокам, доставили в спортшколу. Тренер Ярослав Зайцев занимается распаковкой экипировки и тут же аккуратно раскладывает по баулам. В таком виде комплекты на днях раздадут родителям. К счастью начинающих хоккеистов, вся экипировка фирмы «Бауэр». Поступило 22 комплекта, 20 игровых и 2 вратарских полностью на хоккейную команду. В этих комплектах полностью все для того, чтобы ребенка одеть и выпустить на лед. Экипировка очень хорошая, то есть всю экипировку мы согласовываем с тренерами. Нам поставщики высылают модели, марки экипировки. Мы смотрим все это в интернете, тренера говорят, да, это хорошее, это нашим детям, наших детей устроит. К слову сказать, стартовый хоккейный комплект обошелся детской юношеской спортивной школе примерно в 50 тысяч рублей. Далее, по мере взросления ребенка, родители уже сами будут докупать необходимые предметы экипировки. В настоящее время набор в группу Ярослава Зайцева продолжается. Набор еще идет? Да, пожалуйста, наши двери всегда открыты, мы только рады. У нас пришла новый комплект формы, количество 22 полных комплектов. То есть 16 у нас уже есть. Соответственно, 6 еще мы, в принципе, можем прекрасно добрать, заниматься с этими людьми. Итак, в секцию хоккея приглашаются мальчики 2012 года рождения, желающие заниматься популярным видом спорта. Обращайтесь.